Всем доброго времени суток, приветствую на канале Синего Трофея. Это у нас результаты розыгрыша за 2.11.23 и анонс розыгрыша к 11.11.23. Получается, в розыгрыше, который пройдет 11.11.2023, будут такие призы. Это первое место — катушка «Калибр». Второе место — 100 личинок майского жука. Третье место — 30 дрессины. Четвертое — с 4 по 20 место — 100 водорослей. И 21 место — жмых. 30 штук. Для участия в данном розыгрыше вам нужно быть подписанным на канал на YouTube, прожать лайк под это видео и в комментариях указать свой игровой ник и желательно уровень, чтобы в поиске я не ошибся при выдаче призов. Розыгрыш будет, скорее всего, 12 числа, в воскресенье, чтобы все успели, так сказать, оставить комментарии, да и у меня было свободное время, чтобы это все записать и разыграть. Также на платформе Трова будет произведен розыгрыш 30 дней према. Там у нас прем разыгрывается просто по отслеживанию. Сейчас вот по результатам этого розыгрыша, который идет, еще не выдан, через 8 часов откроется бокс, но увидите в конце видео, собственно. И создан новый на 30 дней. Там для участия нужно просто нажать кнопку «Отслеживать», она абсолютно бесплатно. Нажать на троеточие, зайти в боксы и нажать на галочку, что вы участвуете. Ну, в конце этого видео вы увидите, так сказать, инструкцию, как это делается. Ну все, всем спасибо за просмотр, за лайкосики и за участие в данных розыгрышах. Надеюсь, они будут на постоянной основе. Всем спасибо, всем не хвоста, ни чешуи. До встречи.